Китайские иероглифы. Китайские иероглифы. Одна из древнейших письменностей мира. Происхождение китайских иероглифов берет свое начало у пиктограммах. К настоящему времени такие знаки обнаружены на гадательных болицах. К настоящему времени таких знаки обнаружены на гадательных бацилях, телебах, которыми около 4400 лет. Но по ним видно, что к тому времени уже существовала более или менее развитая письменность. Формы иероглифами от древних времен до наших лет постепенно видоизменялась. Прежде пиктографические знаки превратились в письменные знаки, каждый из которых можно заключить в квартал. Поэтому современные иероглифы иногда называют квадратными иероглифами. От значков на черепашьих бацилях до настоящего времени китайские иероглифы прошли пути через Дядин, Сяочуан, Лишу, Тайшу. В эти иероглифы китайской письменности разные периодов. В течение тысяч лет китайцы пользовались и сложными иероглифами. В них было очень много черточек. Это делало их трудно запоминаемыми и затрудняло их написание. Поэтому после 1949 года для устранения неграмотности в стране китайская письменность была несколько раз деформирована государственными указами. Иероглифы были упрощены. Количество упрощенных иероглифами достигает 2000. Сейчас эта упрощенная китайская иероглифическая письменность является одним из рабочих языков ООН.